Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва за контейнеры». Всем привет, друзья! Итак, друзья, перед вами располагается 18 контейнеров. Это означает, что прямо сейчас мы будем выбирать друг другу по 6 контейнеров на 6 испытаний. Контейнеров как бы больше, чем нужно, но, ребята, это означает, что нам могут выпасть интересные тачки из дополнительных контейнеров. Ну, Юра, я тебе выбираю, ты мне, давай ты будешь первый, выбирай мне контейнер под номером каким? Там что-то стучится, наверное, в 9-м контейнере, ну-ка посмотри. Ну давай, 9-й, спасибо, спасибо, братан, от души, от души. Так, тебе давай 6-й контейнер откроем. Ага, то есть обменялись. Это то самое? То самое, хорошо. Давай так, ты мне. Ну, давай тебе 17-й. 17-й, нифига ты замахнулся, окей. Там у нас, о май гад. Серьезно? Ёпта, хорошо, хорошо. Так, давай себе, наверное, откроем первый контейнер. Прямо вот так, так. Идем. Ну, сено. Ну, давай ладно. Мне. Сено пропало. Да? Так, 13-й. Так, по 2 есть, открываем уже 3-й контейнеры. Так, открываем 13-й, и там у нас... Братан, ты охерел, чё это, я так сегодня бью-то? Ты просто лучший. Просто бью в центр. Так, десяточку, давай прям так вот. Десяточку, и там у нас... Ага, ну ты в принципе не отстаешь. Блин. Давай мне. Чё тебе херово-то выбрать? Давай 14-й. Херовая 14-й. Так, открываем, и там, ну, ГЛС как бы. Блин, сильно тоже. Ну да, давай тебе, думаю, 3-й. Третий. Ага. Как это бы... Что, титанчик? Титан, да, титан. Так, по 4 есть, давай 5-й контейнер открываем. 12-й. Так, 12-й мне открываем контейнеры, там у нас... Да ты серьезно, чё ты такие тачки ты сегодня выдал? АМГ, хорош, хорош. Давай, так, я тебе теперь до 5-й, давай, я думаю, что 8-й откроем. Бэтмобиль, это более чем сильно. Так, давай мне последний. Ну хоть одно говно-то, там есть 16-й. Сейчас посмотрим, 16-й, там, ну, рок-контрфоманты. Ёб твою мать, ты чё? Все хиренские тачки просто, клоун себе ну, десятку. И тебе второй. Ну, у тебя так-то тоже ламбы, у тебя так, что, хорошо. Плохие, так, скажи? Так, у меня 3 тачки под землей. Так, что там осталось, интересно? А, там осталось, получается, у нас... Так, Бэтмобиль, скрабжет, X5, ну, еще один скрабжет. Крутые машины, Волк, кстати говоря, на у нас... На самом деле, мы все самое хорошее вытащили, я считаю. Вот здесь нам не достались машины с реактивными двигателями, все, причем, которые были, да. Они нам не достались. Вот, ну, в принципе, получается, по 3-4 тачки у нас с тобой есть. По одному внедорожнику, да, как бы, ну, точнее, у меня 2, у тебя 1, у тебя Бэтмобиль и... Это получается Сена, у меня Уракан, а также ГЛС. Окей, ребят, это будет интересная схватка, берем быстрые машины, полетели на первое испытание. Итак, друзья, пришло время для испытания, для первого испытания. Это у нас Драк Рейсинг, и в конце будет фотофиниш в виде забора. Ну, короче, карт против Драк Нова, давай, Юра, отсчет. Раз, два, три. А, что? Я в тебя врезался, не понял. Чего? Ты меня сзади где-то есть. Я обогнал тебя, да? Ну, я у себя первый был прям на корпуса 3, наверное. Так, сзади меня я предлагаю ехать еще раз, потому что у меня было так, что я выиграл. Предлагаю еще один раз, как бы, контрольный. Потому что, ребята, на этих скоростях просто игра не выдерживает, начинает, как бы, сильно лагать, и непонятно, кто кого. Но... Потому что, если помнишь, у меня 2 раза в испытаниях мы приезжали одинаково. То есть мне ребята потом, говорят, замедленные съемки смотрели, говорят, что я чуть-чуть быстрел. Ну, буквально. Но, опять-таки, это может тупо рассинхрон и разница. Уф, короче, давай отсчет. Раз, два, три. Так, ну ты быстрее на старте, потом я пойду тебя. Вот я же перегнал тебя, прям ушел, да? Ушел? Сейчас ушел. Ушел, да, и выиграл. Сейчас ушел. Да, то есть. Так оно, в принципе, я думаю, что и было. Окей, ребята, думаю, что это прям смело мой первый балл, и полетели на второе испытание. Итак, друзья, пришло время для испытания прыжок в длину. У нас здесь, ребята, собственно говоря, G65, а также ламбоисток. И поехали. Ну ты капец как уходишь, конечно, но кто как летит, самое главное. Я еще даже без нитро пока еду. Какая скорость? 1200, что ли, было. 800 с чем-то, я тоже полетел. Ты летишь очень хорошо, прям капец. На самом деле, Герик-то тоже должен лететь хорошо. На самом деле, я прыгнул чисто, но я хорошо вылетаю. Ема, ты летишь лучше. Тебя рикошет спасет только. Да, я причем нет, Гелик проиграет сейчас. Я рикошетил.
Хоть прямо на балкончик, вы сейчас угораете, что ли? Да, приземлился прямо на балкон. А, был рикошет, но... Слушай, вроде бы раньше гелик улетал куда дальше, нет? Подождите, почему? Ну, он примерно сюда улетал, с двумя метров улетал дальше, да. А, блин, ну да, да, видимо, Дэвил там улетал дальше. Ну, вот я чисто сюда в елку, короче, прямо на елку сел. А, вот я вижу, ты здесь, да? Блин, ну, короче, получается, это Юркин первый балл, мы сравниваем счеты, полетели на третье испытание. Итак, друзья, пришло время для испытания под названием спринт-гонка. Ехать нам 6 километров прямо на квадрат, да, и давай, Юра, отсчет. Раз, два, три. А, Сен напротив Рокана Перформант. Это прям схватка жесткая. Хорош! В смысле? Хорош! Как ты ушел, так вообще не понял? Да я что-то не понял, меня понесло просто. Да? А я по тормозам зажал, думаю, куда ты едешь, че, почему? А ты где? Чё? Ты вообще едешь, нет? А че с тормозами? Ты где, братан? What the fuck? Ты где? Я только выехал. Серьезно? Да. А че так плохо? Да, а че с Сеной? Она сломана или что? Да я хер знает, она... Плывет прямо жестко. А, ну Сена, она всегда плыла так немножко. Ну, типа, ну, это норма для нее была. А, ну, я пока на Уракане просто, ребята, здесь устраиваю нереальные шашки, гонки, пушки, гонки, тут все дела. Че несу, тоже непонятно. А, я уже потихоньку доезжаю до Вайну, так сказать говоря. Ну, ты, в принципе, не остаешь. Да, ты не остаешь. Так... Ну, мне приходится с Нитро играться, но прям по краешку хожу. По лезвию ножа, да, ходишь? Да. А я с собой нитро так себе даже не прожимаю, потому что ты так да очень быстро. Да я понял, что тебе прожимать, там у тебя отрыв-то хороший какой. Йеху! А, текстуры пропали, алло. Это хорошо. А где текстуры? Фига я зарулил нормально, красиво задом, ребята. Вы это видели? Просто лайк. Такой был поворот задом. Блин, а что с текстурами? Алло, текстурки не пропадайте. Ой-ой-ой, я через тачки перепрыгнул. Давайте поможем найти текстурки. Так. Блин. Спокойненько. На самом деле, в самом начале что-то я немножко. Ты сильно лоханулся, реально сильно лоханулся, но я прям уверенно иду просто. Просто уверенно. Не, я иду. Тебя догоняю, я вижу, что я сокращаю. Ты догоняешь, но... да? Серьезно? Ты где? Ну, я не успею. Ну да, это как бы сейчас, конечно, я сильно не лоханусь, то я думаю, ну, я тебе нужно так же улететь куда-нибудь в поворот, тогда. Ой-ой-ой-ой-ой, меня занесло, но типа не так сильно, как ты улетел, конечно. Ну все, это уже финишная прямая почти, точнее финишная. Да, потратил поворот. Тупо из-за ошибки в самом начале. Да, тупо, короче, под самое начало улетел. Поэтому, ребята, это мой смелый второй балл. И можно спокойно уже ехать на, получается, четвертое испытание. Итак, друзья, испытание дерби. Я взял чит-ауди, потому что Юра... не стреляй, молодой, сейчас загорюсь. Не стреляй, Олей, сейчас загорюсь. Я взял чит-ауди, потому что Юра Бэтмобиль, короче, две жизни поехали. Только скорость мне поможет. Вряд ли. Ой, твою мать, просто как будто я врезался в стену и улетел, короче, да, жестко. Так, раунд номер два, ну поехали. А что делать с тобой? Ребят, против Бэтмобиля вообще невозможно, потому что он очень тяжелый. Да. Ну, ты на самом деле взял не ту машину, я считаю. Не, ну там у меня ГЛС был. ГЛС я хочу оставить на другое испытание просто. Типа. Ну ты слишком легкий. Так. Братан? Да не, без шансов. Да, думаешь? Угу. Да, просто я очень легкий, реально ничего не могу сделать. Я хотя здесь еще пытаюсь, но это типа, не, это нереально. Просто я еще подлетаю постоянно. Может, ты как-то поможешь мне, улетишь сам? Да даже вот я врезаюсь, и но вообще, ну, ребята, просто. Ну, вообще, он, ты слишком легкий. Я даже врезаюсь, я вообще ноль реакции у Юрки на это дело. Поэтому да, это получается счет у нас становится сколько уже? Какой там счет? 2-2, мы сравнялись и полетели на пятое испытание. Итак, друзья, у нас здесь испытание под номером 5, это прыжок веры. Да, Юра, ну давай, ты, короче, стартуешь на своем мустанге. Прям жестком. Давай, поехал. Не, давай, ты первый. Я первый, ну как скажешь. Давай. Так, давай. Что ты врезался? Я не врезался, но типа. Куда я вообще улетел? Ну-ка. О, давай. О, хорошо! Хорошо. Смотри, видишь, как я лечу. Смотри. Чисто на колеса. Да куда я-то уехал? Я на колеса встал. Да нет, чука, да ты стой! Я вообще в сторону уехал, по прямой получается, ты дальше. Я реально уехал куда? Я вообще, понимаешь, нам так мотануло потом, что просто я уехал в сторону. Получается, что Юра дальше. Блин, если бы я ехал прямо, я бы. Идеальный круг вокруг своей оси, чисто не бочку, а я, прям да, я понял. Вокруг носа. Блин, я бы, ребят, я бы был бы первее, если бы она поехала бы прямо дальше, так ее занесло, в итоге я проехал много раз, я не просто в бок. Обидненько. Ну ладно, собственно говоря, это уже Юркин третий балл, и полетели на последнее испытание. Итак, друзья, последнее заключительное испытание, это у нас испытание под названием скилл-тест. То есть вначале полоса препятствия нитро, без. Играем вообще без нитро здесь. Полоса препятствия, которым должны пройти на время. Кто будет быстрее, тот, в принципе, и выиграл. Юра, будешь первый, на счет три стартуешь. Раз, два,
Три, время пошло, погнали. Юрец поехал на своем Титане огромном. Ну, кстати, у тебя подвеска прям... На самом деле, он очень огромный для данной трассы. Ну да, но подвеска прям... как бы может помочь себе, особенно на этих вот камнях. Не, подвеска-то да, но, блин, габариты, ветряки плюс. Да, еще потом контейнеры, жопа. Кстати говоря, это да, это да. Так, ты пока, ну, идешь неплохо, что под ветряков здесь будет... А, непонятно, что по синхронно ветрякам, потому что... Офиги, ты прошел? Ты прошел, 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 да, прошел, да-да-да. В смысле? Че такое? Ну, через ЭВ2 вылети на эти, да-да-да. Да ёпта. Братан, время-то идет твое, контейнеры пошли, Юрка заезжает, и упади, братан, просто упади. Капец, как ты здесь выдерживаешь. Это довольно-таки легко сделать, да? Охренеть. Ладно, опыт скилл-техи. Скилл-техи. И, короче, однако, очень неплохо. 50-86. То есть 50 секунд. 50-86. Да, но, запоминай. На самом деле, блин, вот то, что я залетел за вот это колесо, я потерял секунды 3-4, наверное. Ну что, молодой, ты готов? Давай. Раз, два, три. Так, ГЛС, давай. Ты сможешь. Но пока not bad. Но... Решает не машина, а еще руки решают. Еще руки решают, да-да-да. Ну и доля удачи тоже, конечно. Ну и да. Текстура GTA 5, это просто такое дело. Да, вот как вот приземлишься, как поедешь, как вот зацепишься и много-много чего еще. Так, давай. Езжай ровненько, пожалуйста. Вот так. Здесь ветряк нужно пропустить. Давай, опа, раз. Опа, два. Тормозишь сильно. Опа, три. Опа, четыре. Опа, пять. Нормально, проехал. Да, проехал. Так. Так. Нет. Ой, красавчик. Давай еще. Я надеюсь, мне кажется, быстрее проехал. Да, ты, кажется, быстрее проехал, реально. Так. Давай. Время. 44.80. Ебой! Если бы я не улетел, может быть, тоже пример такой же. Да, наверное, да, просто пока возвращался. Ну, ребят, хотя бы мы сравняли счет, потому что было 3-2 в пользу Юрки, а так счет 3-3. И, ребятки, такая сегодня получилась серия битвы за контейнеры в GTA 5. Если она вам понравилась, то ставьте лайкусики. Всем удачки и всем пока-пока. Пока, друзья.